Я повторю, что говорил не раз. Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокщина – это белорусские земли. Что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство – незыблемая основа нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди – белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо. Это навсегда.